versus Thrall. For Doomhammer, the elements. Не, мне не нравится эта рука. Пойдет. Но тут не очень. Две карты. По сути, ремонтнуть только. Мерлин, и все. Да, я постепенно возвращаюсь к тому, что... Ну, Мурлоки. Не кисло. Это он заберет меня. Забывай. К сожалению, забирать это ящик. О, я могу его вот так вот сделать. Я, конечно, вот так вот сделаю. Великолепный топ-дек. Как раз вот это будет на следующий ход. Что? А, ну я уберу это. Ну его к черту. Мурлоки опасны. Лайтинг шторма получить бы. Окей. Наверное, откажусь от дракона. Да, в пользу Кракла. Давай. Все же нужно быстрее убирать этих мурлоков. Потому что у него как минимум есть эпик, который надровывает ему карту. Лайтинг шторм. Мне не очень страшно. Да, неприятно, что он меня Зордрейка закрывает. Ладно. Главное, что стол за мной. Наверное, я неправильно его расположил, надо было сюда ставить. Арест Голема, чтобы на тотумом вот этих двоих бабать. Ну, может быть, и не буду я его доставать. Видимо, он что-то все же сделает. Он заберет тотем, окей. Так, так. Ну, здесь теперь я вообще спокоен. Я могу сделать либо Арест Голема плюс тотем плюс... Не, это глупо. Я просто дровну еще карту. Ловушка. Пожалуйста. Время, наверное, все зачистить. 4-2-2. Да, давай. Просто не оставляю ему ничего. У него один лайтинг шторм он потратил, второй вот потратит и вообще все. Я буду себя чувствовать замечательно. Это меня не беспокоит никого. Так, так. Давай Зордрейка еще возьму. Королем. Тотем. 6 лицов вроде слишком много. Надо спасовать. See you.
Вторая фланг там тотом, наверное, будет. Я могу его просто достать. Не, давай так. Я ничего не буду доставать. Мне этого всего более чем достаточно. Боюсь молнии. Да, стоп-дека пришло. Азур Дрейк остался. Азур Дрейк остался живой. Не страшно. Паралем. Бить. Я летал там, не пропустил? Нет. Три плюс. Да. Не пропустил. Я оставлю. Я уберу. Я могу через монетку достать тотем. Да. Так как я хожу второй, я оставлю себе тотем. Ну, арчок. Не уверен, что это нормально. Ну ладно, я просто ремоуну это. Всегда хорошо сжиматься. Mind if I roll need? Угу. Конечно, лучше бы это арчок меня убил. Придется ему так стрелять. Тоже хорошо, давай. Оставлю монетку. Пойдет. Наверное, я монетку потрачу для того, чтобы тотем иметь возможность разбить. Конечно, совсем не тот тотем, опять он не может. Ну, хотя, вот уже нормально, потому что он захочет Divine Shield разбить. По идее. Нет. Ну, видимо, просто не будет атаковать. Будет. Ну, лучше бы, конечно, он в Divine Shield выстрелил и разбил. Потому что, ну, все же 1-2 плюс таунт, это явно лучше, чем 1-1 тотем. Окей. Это тоже требует ремувала. Разбор. Наверное, я... Хотя не хочется, конечно, краков. Совсем не хочется отдавать. Видим, что за тотем. Я могу как бы пытаться начать это разбивать, но мне это не очень хочется. Оно может не понадобиться, может понадобиться. Так мне он заберет ПТТ. Да, давай пас. Самое печальное, если он сейчас, конечно, Дживса достанет.
это будет неприятно. Антилет. Ну, это так. Не сказать, что уж очень страшно. Вот это неприятно. Просто фарелем. Целей много, поэтому... Нет, попал мне в лицо ровно. Окей. Тут был. Сленс. Окей, окей. Can I help you, sir? Ну, здесь я буду много заклинаний использовать, соответственно. ФТТ убить их. А много, сколько я вообще могу потратить? Я же не смогу себе сделать в любом случае. Нужен кракл. 2-3-2. Кракл сюда. Хек сюда. Не могу рокбайтером забрать его так. Не, я ему еще дам карту. Мне это не нравится. Это не нравится. Манивер. Страйк какой-то. Окей. В этот раз я тоже подкушу. Нормально картами. Значит. Рокбайтер на себя, убить. И еще шестерку. Ну да, две карты возьму. Давай. Это, конечно, я боюсь заклинаний, что вот это раскачается. Ну, черт с ним, ладно. Да, нужно какой-то ремол кидать, потому что ну, просто за маны вирму. Ну, самое опасное сейчас маны вирм, да, по сути, это ерунда. На какого-нибудь Антонидаса у меня есть тут хекс. Можешь его обоими ударить, я не буду против. Это что, полиморф? Ну и так разобьешь, да тоже не буду против. Файрбол сюда, окей. Так разобьешь тогда. Айсленс принадлежит. Побольше карт, да? А, сюда Айсленс. Окей. Это не то, что хотелось бы мне. Давай с этого начну. Могу это кинуть. И то даст мне карту. Ну ладно, это... Не знаю, давай это. О, кракл. Пойдет. Очень много буста на самом деле отдал, поэтому я не сильно беспокоюсь. То есть он отдал фаербол, отдал фростбол, отдал два, по-моему, айсленса.
Это что? Девочки. Вообще все карты. Ну, посмотрим, что у тебя в итоге в колоде. Давай начнем с этого. Еще 4, значит, 3, 4, 2. Ну, давай. Вот это классная карта. Довольно. Хотя она не сильно мне нужна. Ну, ладно, нет, мне вот эта нужна карта. Magic detected. Давай Дьюса убьем. Он мне ничего не даст, поэтому давай убьем. Я думаю, у него еще один есть. Параш. Lightning Storm один, и все, игра по сути закончилась. Lightning Storm? Ах, беда. Давай я это уберу. Да, тут без разницы. Давай тебя. Давай тебя. Сколько ты мне наносишь? 3 плюс 6, 9. А, и ты. Ну да. Ну, я проиграл. Тупо Lightning Storm нету, все. Две карты осталось. Окей, 1-1. My magic will tear you apart. Наверное, я слишком много все же ему дал Дивсом, и надо было его убирать сразу. Ладно. Хороший опыт. Не можешь получить Дживса сам сразу карту, убирай его быстрее. Throw versus Malfurion. I must protect the wild for Doomhammer. Да мне и двоечек каких-то. Пойдет, пойдет. Два, конечно, молотка мне не надо. Я буду не против, если я получу Харвест Голем, например. Ну, либо оно и трон. Сойдет. Пас. Едьте. Тут надо подумать.
Давай я достану сейчас молоток и два раза буду по нему 12 урона получить. Нифига себе. Блин, ну а что делать? Зато будет хороший таунт. Надеюсь. Плюс 2, он так меня не убьет. Да, давай. Просто трудноубираемый таунт. 4 бабли. Я не думаю, что у него еще какой-нибудь энергетик. Ну, давай свайп, пожалуйста. Ничего страшного не случилось. На следующий ход несколько вариантов есть. Ну, либо пятерка, либо какой-то молоток. И статем, либо вот этот парень. Больше склоняюсь к вот этому парню. Соберу. Окей. Нет, здесь придется Азур Дрейк. Ну, скорее всего, у него на следующий ход будет дерево. Раз, четыре, окей. На Фаерлем. Наверное, тотем плюс вот этот парень. Там тотем был бы очень круто. Нет, там тотем. Лицо в лицо, да? Лицо я больше получать не могу. У меня есть варианты. Я не хочу Фаерлем прямо сейчас выставлять. Наверное, я дам Рэгбайтер ему. Он его убьет. Достану Анэнктрона. А, то есть это 3 плюс 3. Ну, давай. Просто мне нужен какой-то таунт, да. Ну, сначала я сделаю его, потому что вдруг что-то не придет полезное. Friendly Minion. Нет, это не очень не полезно. Пока что, по крайней мере. Тут у меня, к сожалению, больше не очень. Только тотем, собственно. Ну, я не против, если он по нему ударит, я его верну даже. Давай, деньги. А, не, не верну. Давай, Фаерлем, тотем. Даже Savage Roar плюс комбо, да, ему нужно 2 убивать. Потому... А, 2 таунта убирать. О, это не страшно. Я могу краклом постараться выбить 8, хотя это, конечно, вряд ли такое возможно.
Другие варианты. Другой вариант вот им ударить. Не, мне не нравится. Да в любом... Не, в любом случае 4, как минимум. Вот этим добью я его. Ну, или Fire Emblem плюс это. Да, это, наверное, самый крутой удар. Единицу. Да и черт с тобой. Все равно сделаю так. Не, я не хочу, я хочу что-то другое. Просто фототену его нафиг сейчас. Пас. Shields up. Просто как 3-3 вытащить. О, не, я Харвест вытащу, конечно. Потом вот этот парень пойдет. Увеличить шанс? Да, давай. Он. Таунт. Ну, давай, ладно. С этого начнем. Вермейс. Ну, конечно, меня съест сразу. Довольно просто. Ну и черт с ним. Я могу сделать Азер Дрейка плюс Эрдшок, если что. Набить.
играл флаг 7. Могу поменять местами. Ну, даже сделаю, наверное, так вот. 3-3-2. Нет, 1 точно надо делать, да? Значит, 3-1 это 4 плюс 3. Ну да. Нет, погоди. Ну да, это лучше. Крути. А с этим? Хочу это плюс свитч. У меня останется 4. Ну давай. Похоже на свайп. Боюсь его дико. Ты меня убиваешь, если Savage Roar плюс комбо? 9 плюс 14, 25. Ну, пока не убиваюсь. Но, конечно, к этому идет. В то же время я тебе могу пробить, Никисла. Так, что такое? Ну, это раз. Это не свайп. Мне нужен таунт. Ну, кстати, отсюда тоже я могу достать таунт. Ну, давай, не знаю. Или это более верный такой таунт. На следующий ход он меня убивает с комбинацией. Тут 1/7, здесь у меня, в принципе, таунтов только на энтроны, то есть 2 из... Да, но здесь у меня еще на тотем есть надежда. Давай. Все, не попал. Ну, либо комбо, либо проиграл. Скорее всего, я проиграл. Меня Торгнарос. Торгнарос не сказать, что сильно меняет. Не он же. Это можно оставить, это можно оставить. Теоретически это тоже можно оставить, потому что это вообще опасная штука. В сочетании с этим. Ну, вряд ли он ее ремонт. Да, я уберу. Хотя, может быть, не стоило бы. Я лучше его достану сначала. Да, давай. Займет мне стол. Давай, достань какую-нибудь пантерку. Ну, это тоже неплохо. Монетка 2-1. 2-1 я на бабу поменяю. Ага. Так. Ладно. Механический шаман.
76 боимся его. Его кексать будем. Ну, это нормально. Я могу сделать тотем плюс. Помматика. Тотем. Вот это вообще. Тут ему нужно резко давать свайп. Будет свайп, он очень сильно приплывет. Свайп без раздумий. Pay attention, class. I'm ready to learn. Ого. I'm ready to learn. I must safeguard the land. Окей. Я могу сделать вот эту штуку, попробовать по ней ударить, потому что это опасная девочка очень. Разгалем достать. Могу достать просто вот его. Ну давай, мне кажется, вот просто он лучше сейчас. Хотя тоже, конечно, такое. Не, мне нужен какой-то Lightning Storm, поэтому я буду... Вот этого. Ну ладно, это тоже какой-то. Ничего, кого убивать. Да, я, пожалуй, поизбавляюсь немного от его ребят, потому что какой-то... Условный баф на плюс один, сильно слишком будет. Конечно, у него очень крутая рука была. Еще третий ход ничего не делал. Ладно. Угу. Минус дракошка мой. Я бы на самом деле даже девочку, наверное, убивал. На его месте. Ну, вот на своем месте. Так. Что я хочу здесь? Могу сделать его плюс 3, но это мне не очень нравится. Могу постараться и убить ее. Тоже как-то... Да, наверное, я постараюсь убить ее. Давай. Вот ее, его достану. 4-7. То есть... Только при самом плохом... Будет плохо. Ну, отлично. Все как надо. У него мало карт в руке, поэтому я себя довольно неплохо чувствую. На следующий ход есть шестерка, то есть 3 плюс 3. В лицо свайп, окей. Не скажу, что мне это прям как-то страшно. Ну хотя как, если комбинация есть, то он меня убьет быстро. Ну и нервей это он себе потратил, поэтому я могу сейчас немного подзанять стол. Я надеюсь на таунт. Нет, не таунт. То, что он играет комбо, это я уверен. И то, что она у него есть в руках, это тоже вполне вероятно. Поэтому на следующий ход у меня будет точно вот этот таунт. Что ты еще? Нет, не сработало. Нет, не сработало. Даже так. Ну, хотя да, нет у нее комбо. Давай Зордрейк и Шторм. Давай Зордрейк и Шторм. Есть таунт, меня все устраивает. Следующий ход 7, таунт плюс 3, ну то есть плюс тотем, плюс вот эта единичка, скорее всего. Да.
На него повесить нельзя. Давай на тебя повешу. Хотя, может уберечь. Надо ли мне это беречь? Свайп. Ой, да пофиг мне на свайп. Да, я поберегу. Плюс комбо. Ладно. Да, тут мне, конечно, помогло бы это, но не соль. Я по-любому достану это, я не думаю, что у нее будет два комбо. Хотя, может быть, и стоит, конечно, на таунт понадеяться. Да, давай на таунт понадеюсь. На всякий случай. Нет. Тогда так. И так. То есть ему сейчас должно идеально прийти. А, ну так все, у него же нет уже Сайджерора второго. О чем я победил? Да, дал уже первый.